Глава Бехара в горе Майнян Шмиталяр Синай задают вопрос нашей мудрецы. Эта глава занимается с разными правилами, связанными с землей, а точнее земля Израиля. Несмотря на то, что мы получаем эту мудрость на горе Синай, в, в пустыне, и из-за этого мудрецы всегда задают вопрос, почему здесь, почему сейчас мы изучаем о том, что земля должна отдыхать каждые семь лет, Почему здесь именно мы изучаем, что даже когда ты продаешь свою землю, это не навсегда, что в 50-й год и в Йовел, кстати, от Йовели есть юбилей, земля вернется к тому, кому она принадлежит изначально. То есть продажа недвижимость она не навсегда, кроме как, если человек живет в городе. Тогда, в тех времен, город означал, что ты живешь, а, и вокруг тебя есть стена. И в таком месте, если ты продал свою землю, то есть это не земля, которую ты отрабатываешь, которую ты выращиваешь, а, ячмень или а, любые там, фрукты, овощи и так далее, а это, это означает, что ты продал то поместье, где ты живешь, то место, где в, 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 в нем ты живешь, вот тогда есть шанс оставить эту землю в, в руках нового хозяева. Здесь есть очень интересная мысль. В этом мире у нас есть два статуса. В этом мире у каждого человека есть вид на жительство. Что я имею в виду? Это наше тело. Как написано в Торе, из прах земли. Ты вышел и туда ты вернешься. Мы знаем, что Адам был сделан от прах земли. Так кто нам рассказывает, еще раз? Я не захожу к вопросу о эволюции и, конечно, само собой, что мы люди, мы рождаемся и так далее. Не об этом речь идет. Но мы точно знаем, что мы все возвращаемся туда после 120 лет после того, что мы ушли из этого мира. Из-за этого это наше тело есть видно жительство в этом физическом мире. Из-за этого у нас есть такая связь с этим физическим миром. Но также мы являемся пришельцы в этом мире. Это наша душа. Душа, которой у души стоит такая жажда и вожделение к, к чему-то больше, больше, больше что-то духовное, какой-то зов души ко Всевышней. Может быть, мы не всегда это осознаем, но когда мы ищем искусство и красота, вдохновение, воодушевленность, покой, мы на самом деле ищем Творца. И душа из-за этого, она пришелец в этом мире. То есть ты находишься не, не, не на своем месте. Раби Иуда э, Леон Нашкенази Маниту всегда рассказывал так. Всевышний, после того, чтобы создал этот мир, и скрыл себя, то есть дал нам автономию в этом мире, сделал себя образно пришельцем в этом мире. То, что мудрецы Кабалы называют бессода Цимцум, в секрет цимцума или сокращения. И с этого момента и дальше, для того, чтобы я мог приблизиться к, к Творцу, знать Творца, раскрыть присутствие Творца, мне надо быть подобным с Ним. И если Всевышний скрыл себя в таком образе, что является пришельцем в этом материальном, физическом мире, если и я пришелец, я могу приблизиться ко Всевышнему. Но если я охватываю обами оба руками мое, как сказать, видно жительство в этом материальном мире, я отпускаю, я теряю пришельность, можно сказать, своей души, я отхожу от Творца, не дай Богу. Из этого этот двойной статус, нам надо его осознать, и этот двойной статус дает нам все инструменты, все, что нам надо для того, чтобы быть успешным в этом мире и материально, и духовно. То есть да, мы здесь, чтобы работать, чтобы процветать, чтобы расти, чтобы трансформировать, чтобы создавать, чтобы преодолеть. Замечательно. Но также параллельно искать Творца. Есть такая красивая идея о том, что каждые 7 лет нам надо отпустить землю, не отрабатывать ее. Так, да, конечно, что из э, точки зрения агрономии это понятно, что в тех времен не... Не был никакой выбор, если ты хочешь, чтобы у Земли была сила и, и, и дополнилась обратно э, э, вода, э, как сказать, определенные газы и определенные элементы для того, чтобы был новый урожай и хороший урожай, надо раз в некоторое время дать Земле отдохнуть. Сегодня в наши времена есть много химии, которые это как раз имитируют и уже ты не обязан, но тогда этого не было. Но здесь есть что-то более глубокое в том что этот год который в нем ты не работаешь землю это кризисный год но это кризис который ты сам практикуешь и контролируешь потому что кризисы приходят в этот мире постоянно каждые несколько лет какая-то эпидемия, какой-то удар, война это происходит это цикл он постоянный если мы сегодня у нас есть некая иллюзия или искажение что мир это норма, а война это не норма, это не так. Толстой очень красиво написал ⁇ Война и мир, а не мир и война ⁇ Равку говорит о том, что натуральный статус этого мира ⁇ это война. И периодически добивает определенный мир, определенную гармонию. Если я умею контролировать и включить намеренный кризис периодически, не только что я умею себя готовить к нему, укрепить себя, но есть шанс, что я могу избегать, избегать э, разрушения большого кризиса. Если хотите, это, можно привести пример интервалов в спорте. Что-то интервал. Быстро бегаешь, останавливаешься. Быстро бегаешь, останавливаешься. Но с таким это, это один из, из лучших способов укрепить себя и приготовить себя к долгий бег, к какой-то бой и так далее. Именно потому что создаешь кризис, но ты его контролируешь, ты останавливаешься, восстанавливаешься и идешь дальше. И тогда, когда настоящий кризис на нападает, тогда я знаю, что делать. То же самое, как здесь. Если я, как сказать, одел розовые очки и отключаюсь от всего, все хорошо, я буду в проблеме. Но если я осознаю этот мир, то есть я здесь, да, я же видно жительство, но я также пришелец, то есть я осознаю эти определенные кризисы, я их для себя делаю через спор, через того, что я встану чуть пораньше, пойду помолюсь, я останавливаю работу во время шаббат. Я выхожу из этого комфорта. Это и есть то, что меня укрепит вместе с опознанием сознания Творца, быть по-настоящему успешным и до кризиса, и во время кризиса, и восстановление после него. Шаббат